Жанровая сценка называется «У фотографа». Не ходите, не ходите, моя дочь, не ходите, пересаживайтесь. Пожалуйста, пожалуйста, пересаживайтесь, пересаживайтесь, пожалуйста, пожалуйста. Я очень рад, я приветствую, Я хочу сняться. Правильно будет сфотографироваться. Сняться. Ну хорошо, пусть будет так. Но можно сфотографироваться. Очень хорошо. Скажите, какой снимок вы хотите? Вы меня сфотографируете, как я хочу? Обязательно. Что? У нас фотография высшего разряда. И я буду красивый. Очень красивый. Слушаю вас. Дело в том, что я хочу жениться. Ой, поздравляю. А моя девушка меня еще не видела. Что? А я хочу ей послать фотографию, ей понравится. Очень хорошо. Мы воздеем, как на рекламу чупа-чупс. Красивый. Я хочу, знаете, чтобы вы меня сделали как... Я был, чтобы похож как этот... Ну, как артист этот. Так. Артист такой он, такой вот, наш артист советского кино. А, хорошо, сделаем, хорошо. О, вспомнил. Да-да. Танцор диско. Какой танцор? Из кинофильма «Ленин в октябре». Хорошо, мы сделаем на Вьюни-Вьюни. Внимание, приготовились, не дыша. Моя дочь, да-да? А что у вас с яйцом? Ничего. Все нормально у вас с яйцом? А вы это имеете в виду? Ну, конечно. Нормально, да? Все нормально. Вы не обращайте внимания, это у меня бабушка, дедушка, мама, папа и друг. Это по наследству. Моя дочь, понимаете? Но вы же тоже можете на фотографии получиться немножко такой. Я должен быть как танцор диско. Тогда, пожалуйста, успокойте яйцо. Хорошо? Ага. Внимание. Приготовились, не дышать, сейчас отсюда выйдет птичка. Так, стоп. Ага. Моя дочь. Да. Но вам же нужно улыбнуться. Так я уже деньги заплатил. Моя дочь, что? Как вам не стыдно? Что вы говорите? Я имею в виду улыбку. Ну как вам не стыдно? А я что? А вы смотрите так, как будто сейчас отсюда вылетит не птичка, а топор. Понимаете? Так еще язык. Внимание. Приготовились. Не дышать. Стоп. А ну попробуй улыбнись. Угу. Значит, по-твоему, это улыбка, да? Да. Значит, смотри на меня внимательно. Вот улыбка. Ага. Понимаешь, а вот это у тебя гримаса. Ага. Еще есть. Внимание. Приготовились. Не дыша. Стоп. Тебя как зовут? Наташа. Петр Иванович. Петя, да? Петя. Да. Петя, дорогой мой, а ну-ка вспомни что-нибудь приятное. Что? Ну, не знаю, что я... Ну, приятное что-нибудь. Приятное. Это... Вот, хорошо, хорошо. А сильно приятное можно вспомнить? Можно сильно приятное. В чем дело? Гадость какая-то в голову лезет все время. О, стоп, Петя. Петя, скажи, пожалуйста, а ты можешь сказать чиз? Могу. Да, а ты скажи чиз. Чиз. Еще язык чиз. Чиз. Ну, конечно, чиз. Она говорит, чиз. Чиз. Очень хорошо, еще есть чиз. Чиз. Петя, давай так. Значит, я тебе дам командочку, да? Ты тебе скажешь чиз. Чиз. Я тебя щелкну и делаем шляпе. Хорошо? Ага. Внимание. Приготовились. Не дышать. Давай. Ну, в чем дело? Забыл. Что ты забыл? Чиз. Петя, а? Ты какой язык в школе учил? Хинди. Хинди? Хинди. Как на хинди будет улыбка? Чиз. Ну, конечно. А по-английски чиз – это сыль, понимаешь? А? Скажешь, вспомнишь сыль и скажешь чиз. Давай, чиз. Внимание. Приготовились. Какой именно сыль вспомнить? Да какой захочешь, такой вспомнишь. Понял. Внимание. Приготовились. Не дышать! Давай! Голландский! Сам ты голландский! Так, а ну иди сюда. Что такое? Иди сюда! Вот, посмотри на идиота! Никого не вижу! О, а где он? Кто? Ну идиот! А, смотри! О! Вижу идиота! Так это ты! Я... Нет, там кто-то другой, я его где-то видел.
садись, последний я! Не сяду! Почему? Я. Потому что вы фотографировать не умеете! Я не умею! Да. Ты свою мойду успокоить не можешь, понятно? Это ваша собственная парикмахер! Последний я! Дайте спички, я вам ее сожгу! Да это потому что ты свою мойду, потому что плохому танцую! Так, чтобы я не мешаю! А я не умею успокоить тебя! Я не успокоить тебя! Я тебя сейчас уйду! Я тебя сейчас так! Вы мне сделайте нормально, чтобы я хорошо... Вылитый танцевой диск. Как живой.